И поехали ебанем с Ваней в Майнкрафт. Ты вообще когда-то играл в Майнкрафт? Да, конечно. Играл? С друзьями своими школьными. Разбираешься, да, в этой игре? Немного есть. Ну все, заебись тогда. Тогда сейчас я вывожу экран, игру. Поставьте модеры, пожалуйста, Майнкрафт. Что у нас? Ну, типа, стрим по Майнкрафту. И поехали. Готов, Ванек? Да, конечно. Сейчас как куда-нибудь микрофон поставлю и телефон свой тоже. Поставь и поехали, короче, в Майнкрафт Телефон ебашить. сюда поставлю на всякий случай. Микрофон сюда. Ага. Так, и куда идти? Смотри. Ванек, привет. Привет. Нажми, пожалуйста, Shift. Вот Shift и отпусти. Shift. Ну это я типа прыгаю. Не, нет, Shift это, ну, прыжок это пробел. Shift это... А, ты не знаешь про кнопку Shift, да? Нет, не знаю. Я понял. Спасибо за донат. У меня его, по-моему, не видно. А, Да, в видно. принципе, я здесь как-то не особо, знаешь, и не шифтовал, так что вот такие вот дела. Осуждаю. Так, Ванек, давай изучать мир Майнкрафта. Ты вообще в Майнкрафте разбираешься? Есть такое немножко. Ну тогда иди за мной, давай изучать сейчас, начнем этот мир понемногу. Прыгай в воду. Прыгай Давай. именно в воду, чтобы ты не разбился. Ой. Подожди, я тебе дам еды. Давай. У тебя, по-моему, нет еды, да? Угу. Сейчас я тебе дам хавчика. Так, Где где? он? Сейчас, я его сам ищу. А, вот, нашел. На, держи, я тебе кидаю на пол курицу. Ты это Тортик. все в море кинул. Подожди, подожди, подожди. Поднимай Вот прям это с моря, вот. жри хлеб. Все, все. Иглобрюха не ешь, блядь! Только иглобрюха не ешь, ладно? Да, хорошо. Game Mode Survival, короче, поставим. Все, готов? Зачем надо было в море кидать, я не понимаю. Да ладно, забей хуй, просто хавай и кайфуй. Короче, Да, смотри. хорошо. О, рейд от Дерзко, Дерзко, кто пришел с рейда от Дерзко? Ванек, нас Дерзко зарейдил. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, пацаны, всем ку-ку. Итак, Ванек, короче. Давай представимся, давай представимся. Вы представимся, нас все знают, Вань. Ну, а если в новые зрители зашли? Представься, я подожду. Меня зовут Иван Золо 2004. Я музыкальный исполнитель, лайкер, тиктокер, твич-стример, ютубер, будущий актер. И подписывайтесь также на мой телеграм-канал Золо 2004. Там будет, если что, новости. И также скоро будут коллаборации в выходные. Красавчик, что не забыл упомянуть Телеграм. Знаешь, у меня на секунду проскочила мысль. Вдруг ты сейчас забудешь Телеграм, аж сердце прихватило. Да. Меня зовут... Всем привет, меня зовут Николай. Я порно-актер в будущем. Ну... Ой. И, в принципе, все. Что ж, Ванек, ты готов изучать мир Майнкрафта? Да. Давай, иди за мной, я тебе буду про все тут рассказывать. Смотри, вот это внизу пещера, туда не иди, там опасно. Там куча монстров, которые убивают тебя, взрываются, скелеты, пауки, зомби. Короче, туда нам сейчас не надо, мы изучаем мир. Смотри, А чтобы... они же ночью выходят. Они ночью выходят, да, поэтому ночью нам придется с тобой спрятаться. Смотри, иди за мной, прыгать умеешь, на пробел нажимать? Оп, да, Конечно. прыгай за мной. Смотри, мы сейчас находимся с тобой в каком биоме? Это биом у нас лес. Ну, короче, мы в лесу, ты понял? А чем славится лес? Ну, то, что здесь, ну, нельзя найти человека, да? Нет, он славится деревьями, Вань. Тут много деревьев. Смотри, чтобы добыть дерево, нажми и держи. Вот нажми и держи на дерево. Вот, да, все. Держи, держи, держи. И оп, ты срубил свое первое дерево. Ваня, ты можешь уже все. Ага, Смотри, хорошо. кайфовое дерево, да? Идем со мной дальше. Я тебя научу самым азам Майнкрафта. Здесь Давай. у нас по дороге вот такая вот конструкция. Это, как я понял, это маяк? А, это ракета, это ракета. А, это ракета, да. У нас дальше здесь Да, идет это ракета. ракета. А что она делает в лесу вообще? Я не знаю, что она делает. Ну, может быть, это кто-нибудь сюда приземлился, какой-нибудь опасный человек, или может Инопланетянин. добрый, человек и хочет, например, спасти Землю от зла. Скорее всего, да, скорее всего. Лол, ну Да. давай поищем его еще, идем дальше, посмотрим. Ну Давай да, искать. здесь могут быть, да, приземлившиеся люди какой-то с другой планеты. И... Подожди. Подожди, Ванек. Так, это кто? Че там? Кромсают козу. Чего, блядь? А зачем? Надо спасти ее, а то ее съедят. Да, ее просто сейчас режут. Это что за херня? Это ее Да, надо собираются спасти есть? ее в срочном порядке. Как это Спасай! сделать? Я не... Спаси ее как-то, я не Я не знаю. знаю. А, вот, сейчас.
Я уничтожить надо вот это вот. Ломай вот это. Ваня, спаси козу! Я спас козу, отлично. Ты спас козу. Теперь она спасена, я спас мило зла. Ты видел, ее хотели убить? Да, но я это ее спаситель. Повезло нам, повезло. Ну ладно, идем дальше. Интересно, какие еще секреты скрывает этот лес. Блин, ну... Ты спас ее. Пошли дальше. А ты не хочешь взять ее с собой, друга, как питомца, типа, что ее спас? Ну, а вдруг это ее хозяин будет ее искать? И ведь правду говоришь, Скорее всего, ее хозяин соорудил это, чтобы ее потом съесть, да? Нет, чтобы потом, покормить ее, поухаживать за ней. И, ты понял, в общем. Да, я все понял, Ванек, ты, в принципе, все в тему сказал, все красиво. Слушай, знаешь, что я бы хотел? Я бы хотел добавить с нами в Майнкрафт Дерзко еще его друзей, чтобы с ними какие-то вот движения навести. Что думаешь? Да, давай. А кто, у кого Дерзко друзья есть? Какие? Ну, если ты знаешь его друзей, Миша, Камень, Кирпич. Беляш. С-бомба. С-бомба, да, там, то есть Андрюха, Кремень. Знаешь такого? Нет, такого не знаю человека. Ну все, Андрюха, Кремень. Тогда сейчас я позвоню Дерзко. Секундочку. Угу. Ты пока... Нет, С-бомбу лучше не приглашать. Нахуй С-бомбу? Ну, ты знаешь, с прошлого стрима мне было плохо. Ну, значит, нахуй С-бомбу. Только Дерзко добавляю к нам. Так, все нормально с веб-камерой? Конечно, не нормально. Ёбаный рот. Да нет, вроде бы все нормально. О, добавил Дерзко. Алло, Дерзко, здорово. Привет. Здорово. Мы играем в Майнкрафт. Ага. Видел? Как у тебя дела? Что ты делаешь сейчас? Ой, в смысле, что нового? Я теперь не Сигма, я теперь Альфа. Молодец. Это как? Это вот так. У меня все хорошо, дела отлично, билеты в Японию скоро буду покупать. У вас как? Почему в Японию? Что случилось? У меня вообще все нормально, завтра мне в колледж. О, отлично, Вань. Мне бы твои проблемы. Что случилось? Да. Да, там, жена в Японии у меня. Ты женат? Судя по всему, там у меня жена живет. Так погоди, ты женатый на Даше 228. Точно. Да, верно. Точно. Ну да. Так она что, в Японии? Даша в Японии? Нет. А что мешает, я не понимаю, две жены иметь? Ну, иметь? Ну, в принципе, Асхаб Тамаев имеет три жены. Ну вот, у меня будет две. Вторая жена как бы. Одна для души, другая там для этого, для бизнеса. Ну да, неплохо. Молодец, пацанчик, молодец. Молодец, пацанчик. Воу, ты что мне пихаешь? А ты видел Дерзко, как Ваня только что спас козу? Да, я видел, это было гениально, Вань, с твоей стороны. Я всегда знал, что ты действительно умен и сообразителен. Это отлично, что ты быстро сориентировался в патовой ситуации и спас козу все-таки. Это правильно. Слушай, не хочешь к нам с нами в Майнкрафте побегать, Дерзко? Мы тут готовимся просто выживать, скоро ночь, и пойдут зомби. И нам нужна какая-то защита, то есть какая-то... Да погнали, вообще без проблем. Только мне нужно знать, приглашать ли мне Беляша, это первый вопрос. И второй, где вы играете вообще, как мне к вам присоединиться? Ну, смотри, пригласи Беляша, но С-бомбу не приглашай, потому что мне было плохо на прошлом стриме, я ушел. Угу, все, я тебя понял. Все, я тогда Беляша закидываю. А я тебе кидаю сервер, Дерзко, в Телеграм. Давай. А его я могу спалить, типа, тут? Ну, Беляшу покажи, на стриме не показай сервер, потому что к нам зайдет весь стрим, нахуй, на сервак. Я думаю, в конце я все равно прикол сделаю и скину в чат сервер, на котором мы играем, пусть все зайдут, нахуй, и типа... Да. И прикалываются здесь. Окей. Чат только закрою, чтобы зрители, не исполнили всякой хуйни, а то я знаю, что вы будете писать в чат. Я вас, зрители, прекрасно знаю, чтобы вы поняли. Я вас Николя, считаю... ты мне куда скинул это все? В Телеграм, я тебе уже скинул сервер. Это просто нужно ввести в сервере. И все, и ты заходишь к нам с Ваней. Все, сейчас сделаю. И Беляшу это скинь. Да, хорошо. Все, Ванек, пока мы ждем Дерзко и Беляша, давай я тебя научу азам Майнкрафта. Ты добыл дерево? Mm-hmm. Добудь еще дерево. А то мне как-то стало скучновато, и ты что-то заговорился с Дерзко. Все, извини, добывай дерево, руби дерево. Руби деревья руками. Так, давай, рублю. Руби. Я думаю, ты разберешься, как играть в Майнкрафт. Это же игра для 5-летних детей, ты знаешь? Даже... Я, в принципе, в школе в нее играл. На информатике, да? Да вообще на любом уроке.
Жиза. Хотя у меня компы на информатике не тянули Майнкрафт. Они тянули максимум... Ты рубишь это? Или ты не рубишь? Я не рублю. Я просто смотрю, как ты рубишь. Ты же работаешь на меня. В смысле? Ну, да, работай, я тебе говорю. Ебашь дерево, нахуй, руби. Я сейчас тебя-то... Эй, блядь! Ай, блядь! Ты чё, уебал, что ли? А это сдача. Ты чё, уебал, что ли? Не нарывайся, дядя. Смотри, теперь, подожди, все, дерева тебе хватит, Вань, дерева тебе хватит. А? Теперь я научу тебя самым основам, Майнкрафт, крафтинг. Нажми Е английское, это твой инвентарь, видишь? Е английское. Возьми свое еловое бревно и поставь его в создание, в ячейку. Саженец ели, да? Не-не-нет, еловое бревно, еловое бревно. Еловые липкие семена, так. Ваня, аюны! А, еловое бревно, я все. Как ты... Что мне с ним делать? Что с тобой стало? Подождите, а где он? Я его выкинул. А, я его взял. Блядь, что с тобой стало, Ваня? Посмотри на себя. Ну, я типа полуголый. И чего? Нет, ты не полуголый, ты стал весь черный. А, это из-за ели? Это из-за ели, хватит жрать ель. А так я ее не ел, это, не знаю, какие-то моды. Коль, а где вы? А, я сейчас вас степну к нам. Давай. Ладно, неважно, давай, в принципе, играть дальше, и что мне надо делать? Сейчас, я телепортирую к нам дерзко, чтобы он нам тоже помогал. Ебать у тебя ник, вот почему нельзя поставить три буквы ник, нахуй? Я должен сейчас это все вводить. Так, чат почему-то блять, осуждает. Блять, везде мистер Бига, хрю 69, что сложного? Чат почему-то осуждает, так что если что, осуждаю за что-то, но не понимаю за что. Ну осуди на всякий случай дерзко. Да, осуждаю. Осуждаю, не поддерживаю. Осуждаю, не поддерживаю. Мистер Бига, хрю 69. Блять! Так а чё? Чё со мной не так? Ты тупица, ёбаная белобрысая каракатица! Блять, я золо потерял, сейчас я его к нам верну. Я, в принципе, здесь нахожусь. Блять, ёб да твою! Ты вообще тупой или что? Сейчас, подожди. ТП, как тебя? Мистер Бига Хрю, мистер? Мистер Бига Хрю, 69. Мистер Бига Хрю, 69. А. Ну, подождём. Подожди, Ваня, все, уже все есть. Блять! Как тэпнуть? Блять, я, короче, показываю. Алло, бибизьяна! Я показываю, короче, чат. Пожалуйста, помогите мне. ТП. Слэш, ТП. Мистер Бига Хрю. Мистер Бига. Как его? Тэпни его ко мне, я тебя прошу. Тап нажми, мистер. Зачем ты вбиваешь все вручную? Мистер Бига Хрю, тап нажми! А, вот. Мистер Бига Хрю, тап. А, и тап. Нет, какой ту, блядь, просто свой ник. Все, спасибо, спасибо. Бля, ебать, ты просто бибизьяна. Ваня, здорово. Ваня, все, мы все тут. Он у тебя тоже? Он у тебя тоже черный? У тебя прикольный скин персонажа. Да, есть такое. Хочешь грибок? Грибок? Нет, спасибо. А как поставить камеру, чтобы я себя видел, пацаны? Ну, типа, отдалю. F5. А, F5, все, понял. У меня тоже просто скин мой. Вот, смотрите, зрители. Ванечка, ты уже разобрался, что тут делать надо как? Да, конечно. А тебе объяснили, что такое верстак, там инструменты надо? Да, это мне все объяснили. О, суперски. Короче, дракона мы сейчас осилим по бырику. Дракона? Как его побеждать? Там довольно сложная система, но я думаю, мы с вами справимся минут за 15-20. Вообще, да, суть игры, Вань, мы должны убить дракона. Понял, как победить в Майнкрафт? Нужно убить дракона. Ну так это, у нас нет ни оружия, ничего. А вот сейчас будем заниматься этим, как раз крафтить. Так оружие и прочее, это нужно крафтить, ну, создавать. Нормально. Я создам верстак. Оп, верстак. Смотри, Вань, нажми на верстак правой кнопкой мыши. Да, ты должен обучаться мыши. Игре. Нашел. А теперь смотри, что я делаю в верстаке. Я ставлю два бревна и добываю палку. Два бревна и добыл палку. Видишь это? Ну а ты мне просто скажи, что нажать мне. Земля, липкий поршень. Откуда у тебя липкий поршень? Так я не знаю, вроде бы ты дал. Он сказы забрал. А, сказы забрал, ебаный. Да, сказы его забрал. Сказы забрал. У козы забрал липкий поршень. Ты как себя чувствуешь, нормально? Да, нормально. Ты ограбил козу. Семена пшеницы у меня есть, коричневый гриб у меня есть. О, коричневый гриб это самое важное, что у тебя в инвентаре на данный момент. Нет, а что мне надо открыть? Вань, ты должен крафтить. Ты знаешь, что такое крафт? Эта игра называется мини-крафт, Майнкрафт. Ну да.
Ты должен крафтить. Смотри, как крафтится. Бля, я тебе объясню. Смотри, выйди из верстака. Выйди, посмотри мне в глаза. Я вышел. Блядь, почему ты черный? Перестань быть весь... Блядь, смой... Что это? В смысле, это не я, это ты уже. Посмотри на себя. А что со мной? Смотри на своего персонажа. И что мы с ним? Мы все такие... О, мы все такие. Что с нами происходит? Что с нами? У меня нормально все. Я у меня это нормально. Осуждаю. Я это осуждаю. Я да, бегу отсюда. Да я про скин. Ваня, не убегай. Куда ты, к козе пошел? Доебывать ее? Нет. Слышь, Ваня? У меня поршень сейчас к ней присоединится, мне кажется. А ну, верни мне на секунду липкий поршень. Вот возьми из инвентаря, перетяни, кинь его на землю, липкий поршень. Я хочу кое-что... Да. Да, сейчас дам. Липкий поршень. Я хочу кое-что проверить. Вон, я тебе его кинул. Иди за мной, давай кое-что проверим. Я хочу кое-что попробовать. Давай. У тебя нету случайно редстоуна? Что такое редстоун? Ну, красная хуйня, посмотри, у тебя есть в инвентаре красная хуйня? А это типа бомба? Нет, это не бомба. А что? Я просто думаю, что будет, если поставить сюда липкий поршень? Подожди, а что ты хочешь? Поставить сюда липкий поршень, и что будет, если мы сюда поставим липкий поршень? Что произойдет? Я не знаю, что ты хочешь, хоть что-то задумал. Подожди, давай я помогу. Не-не-не, ты неправильно сделал. Неправильно, да? Сломаем. А, вот так, и сюда липкий поршень. А где липкий поршень? Хороший вопрос. Я его проебал. Давай. Бля, я задумывался, может, сейчас шахту создадим? О, это интересно. О. А я липкий поршень проебал. Я не знаю, что будет, но я думаю, что-то бы случилось, если бы мы сюда поставили поршень. А пока люди создают липкий поршень, подписывайтесь на мой телеграм-канал за 2004. Не пропустил. Актуальные важные новости. Не упустил момента, не упустил. Слышишь, если ты хочешь шахту, так давай я тебе сейчас дам лап... Чё ты делаешь? Что ты завис? Ты чё? Эй, у тебя лагает, эй! Эй! Девско, ты завис? Что, блядь, баг какой-то, слышите? У тебя лагало сейчас? Да, у меня текстуры пропали. Эй, давай, понятно. Ну, типа, давай как-то. Мне перезайти надо или что? Да не, уже думаю, что все нормально. Смотрите, нормально? Короче, я сейчас даю Ване лопату. Угу. Смотри, Ванек. А я же могу рукой все это сделать. Да, можешь. Ну, лучше лопатой. Да, на, бери. Шикарная кирка, если мешаться будет. Эй, дай Ване лопату. У меня нет лопаты. Можно я просто рукой это буду все делать? Бери в руки лопату. Бери в руки лопату. Это быстрее, Ваня. Разница. Бери быстрее с лопатой. В руку. Ладно, лопату. Давайте мне лопату. У тебя она в инвентаре, нажми Е, возьми ее в руку из инвентаря лопату. А, так, лопата. Деревянная лопата. А на какую кнопку она берется? На левую кнопку мыши. И перетягивается в инвентарь. Не срабатывает ничего. Просто снизу в инвентарь перетягивай, и потом выбирай. Сюда. Так. О, все. Она у меня лопата? Нет, она у меня, да, возьми. У меня лопата. Как у тебя? У тебя елка! Вот лопата! Ёлка? Вот лопата! У тебя ёлка! Что с тобой? Вот лопата! Возьми я лопату! Вань, возьми лопату! А, я взял лопату! Возьми ёлку! Ёлку возьми ее! Ой, я ёлку посадил! Нахуй ты ёлку посадил? Я не знаю, зачем её посадил! Ебать! Посадил ёлку! Возьми лопату деревянную копать! Так, нет, Ваня, а ты выбросил. А, Ваня! Ты взял лопату. Ваня, возьми лопату. Я взял лопату? О, да, я молодец, я взял лопату. Да, красавчик, с первого раза. Молодец. А теперь копай землю. Так, копать? Ну, с какого? Куда копать? А что мы хотим? Мы хотим сделать дом крутой или пещеру выкопать? Отойди, я елку. Мы в шахту хотели. Он же елку посадил, я ее закрываю. Точно. Это достояние ЮНЕСКО теперь. Все, Вань, твоя елка... Давайте я типа буду копать, но где? Вань. Алло, ребята, привет, а как мне подойти к вам? О, сейчас я тебя... ТП-шный беляша. ТП-шну. Это здорово, беляш. Бля. Это беляш? Здорово! Я думаю, это С-бомба. Смотри, Ваня хочет делать шахту, делать туннель, поэтому я самым быстрым способом сейчас сделаю нам какую-то легенькую шахточку. Для этого нам понадобится динамит и немножко... Какой у тебя динамит, слышишь ты? И немножко пороха. Я его создал. Ванек... Слышишь? Да, слышу. Я сейчас сделаю шахту. Угу. А мне копать? Отойди! Да? Уйди, блядь! Ой-о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 й-
Беляш, ты еще жив. Нормально, нормально. Вы зачем козу уничтожили? Вы зачем козу уничтожили? Подождите, здесь какая-то табличка. А, вот табличка. Welcome to Dagestan. Ребята. Чё? Чего? Не ребята, понял, прикол какой-то, не понял вообще. Ребята. Да, Зоник, что там у тебя? Вы зачем козу уничтожили?
Да, я не знаю, она, это мы просто шахту делали. А хозяин бы пошел бы сюда. Зачем? Отойди, Ваня, отойди, Ваня, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня мало жизни осталось. Вань, я делаю... Что у тебя, Вань? Что ты ничего не говоришь-то? Я делаю шахту, отойдите, я делаю шахту. Внимание, я делаю шахту. А нельзя раньше это было сказать. Ну, сейчас говорю, я делаю шахту. Нормально. О, что это какой-то грязный блок? Какой глубины ты ее собираешься делать? Коля, 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 Коля. Да. Ура! Блять, отойди. Ой-ой-ой. Ой, я сделал шахту. Спускайтесь, я сделал шахту. О, супер. Отлично. Воду, воду главное. Ванек, надо в воду упасть. Просто попасть. Я постараюсь, я постараюсь. Ой, блять! Что это? Бей его, бей, бей, Коля! Нет, нет. Как вы разбились насмерть? Ай, тут крипер, блядь! Как вы... Блядь, как вы все... Ай, я знаю! Как вы все разбились, блядь, насмерть? Я ногу сломал! Я возродился, вы где? Я сейчас вас всех тэпну, я просто вам броню выдам, подготовлю, потому что, я так понял, без брони нахуй вы сдыхаете через полсекунды. А как мне слезть отсюда? Я в этом, на дереве. Я тоже. Слезайте с дерева. Ну а как? Так, о! Сейчас. ТП Золо 2000. Да. А ты выжил? Я? Дерзко, дерзко. Нет. А ты как умер? Крипер. Это я откуда? Почему я в пещере? Почему тебя я в пещере? Тебя телепортировал, Коля. Тебя почему? Коля телепортировал. Я тебя телепортировал. Ваня, живи. Ты не так. Туда меня телепортировал. Я тебя сейчас уничтожаю скелеты. Сейчас. Ваня, я тебя зачищу. Не я умирай. Срочно порядки спасайте меня. О, тортики. Ваня, ты не умер же? Ой-ой-ой-ой. Меня сейчас уничтожат, уничтожат. Быстрее спасайте меня, быстрее спасайте меня. Где ты? Где ты, блядь? Где ты? Да как ты туда-то убежал? Да ебаный рот, блядь. Где ты? Я спасаю, Вань. Вань, я спасаю. Все хорошо. Спасибо. Коля, грибов надо. На, грибы. Вот грибы. Съешь грибы. Я съел, мне нормально. Что ты делаешь? Почему ты меня закрываешь? Я тебя прикрыл. А теперь возьми, спасибо. Ваня, и одень вот это все. Да, хорошо, я одел. Вам тоже дать, пацаны? Откуда у тебя меч? Нормально. Откуда у тебя зачарованный алмазный меч, блядь? А ты думал, ёпта, нахуй. У меня два сердечка осталось. Ванюш. У меня два сердечка осталось. Это же зачарованный алмазный меч? Грибочки. А? Грибочки, вот, пыхни. Ой, что я сделал? Какие грибочки? Пыхни грибочки. Ванюш, пыхни грибочки. Ты мне со вчерашнего стрима еще достал. Сегодня он меня не любит. Сегодня не. Непонятно почему. Ребят, мы вообще-то с вами в пещере пришли, чтобы добыть ресурсы, чтобы убить дракона. Чем Вань, вы, блядь, заняты? Вань, у тебя справа от жизни курочки. Сколько у тебя курочек? У меня ноль курочек. Почему? Кто меня уничтожил? Как ты умер, блядь? Какой дух алмазный броне, блядь? Как ты умер? Как ты умер в алмазной фул броне? Да я откуда знаю, у меня два сердечка осталось, два сердечка. Ёбаный твой рот. Я ж пойду поиждал вроде бы. Так, я тебя к себе телепортировал, ты тут? Так, я телепортировался, в смысле я под лесом. Каким лесом я тебя к себе телепортировал? Зачем ты под лесом? Почему ты еще? Не, он под другими веществами. Сейчас телепортируй меня. Телепортировал. Вот, Ваня, я тебе возвращаю твою броню, одень ее на себя. Нажми и возьми ее в руку, одень в правый она клик. Она автоматически одевается, да? Нет. Тебе надо самому надеть. Надень броню на себя. Не воруйте у мальчика броню. Беляш! Никто не ворует. Украл броню! Спасибо. Верни ему! Нет, это мое! Ёба, так. Народ. Это в инвентаре мне надо одеть, да? Одевай, да, одевай на себя. Так, почему-то не одевается. Одень на себя броню. Что с тобой? Это... Блять, у меня шиза. Ну, ой, все, я нашел, как это все одевать. Бойцовский клуб. Бойцовский клуб! Всем привет! Меня зовут Иван Гай! Я оделся наконец-то! Ваня, выбери, короче, киндер-сюрприз, который я тебе дам. О, вот этот! Наконец-то. Смотри, у меня в руке киндер-сюрприз. Смотришь на меня? Я вот он. Где киндер-сюрприз? Вот, в руке. Смотри, ага. Есть вот такой киндер-сюрприз, есть вот такой киндер-сюрприз, есть вот такой киндер-сюрприз, такой. Я сейчас еще пару киндер-сюрпризов посмотрю. Ну, допустим... Вот давай еще вот этот киндер-сюрпризик. Вот этот киндер-сюрпризик подкинем. Ну и вот этот киндер-сюрпризик. Какой выберешь киндер-сюрприз? Какого цвета? Короче, красный череп. Вот этот киндер-сюрприз? Да, красный череп. Что ж, тебе выпала свинья.
Да, и зачем она мне нужна? Я не знаю, еби ее. Она еще летающая. Это летающая свинья, я тебя поздравляю. О-о-о. Давай посмотрим, что выпадет дерзко. Дерзко, иди сюда, выбирай киндер. Давай. Нормально. Выбери себе киндер-сюрприз, дерзко. Давай. Так, мне надо куда-нибудь отойти. Розовый. Розовый? Иди сюда, Сан, на всякий случай. Это свинья, как у Вани. А можно я? Подожди, можно мне? Да, выбери ты киндер-сюрприз. Вот черный. Черный, вот это эндер... Блять, что ты выбрал, блять? Это эндермен. Подождите. А он в баскетбол играет? Я не знаю. Ванек, слышишь? Да, слышу. А теперь, раз мы уже все тут собрались, вы все одеты, вы все готовы? Ну да, все одеты, все готовы. Нам нужно сейчас пойти и убивать монстров и добывать ресурсы. Ты готов, Ваня? А кто рычит? Это свинья, что ли? Это не свинья, это зомби, Вань. А, зомби-свинья? Да. Да, все верно. А, вон они рычат, все, я их нашел, сейчас пойду этого у них уничтожать. Давайте за Ваней. Что ж, Ванек, мы за тобой. Кто умер? Да, не умер. А где они? Где Ванёк, все? Иди за мной, я перед... Даня, как... Он пукает на стриме. Он не пукает. У Ваня крипера бей, помоги. Отойди! Крипер, ты зачем? Давай за мной, сейчас дерзко ТП. ТП, мистер. Дерзко, как ты умер? Да он лох! Чего? Он не умеет играть, он притворяется. Так, я здесь. Ты лох. Ваня, иди за мной просто, не отставай от меня, ладно? Иду. Иди за мной. Погнали. О, смотри, какие-то ресурсы, Вань! Вань, это медь. Медь? Да. Добывай. Что с ней делать? Ломать? Окей. Да. Блядь, не рукой, как Вань. Она туговато ломается. А, ты не медь ломаешь, Вань, ты ломаешь кусок камня. Ай. Блядь, как мне... Какой же я тупой, бля. Хорошо, что, блядь, подписчики. Дай мне кирку. Ой! Так, Ваня, смотри. Почему меч у меня не работает? Я тебе почему сейчас... Почему меч у меня не работает? Меч работает, я тебе сейчас дам кирку. Для добычи в шахте нужна кирка. А давай. Почему эндермен не работает? Он же, длинный. Ну, давай дадим почему тебе. Почему Беляч не может показать свое лицо? Свою попу. Свою письку. Я такую писю могу, да. Ну, показал бы, что ли, свое лицо зрителям. Показал бы свою попку, что ли. Ваня, смотри. Держи кирку. Давай. Ага, спасибо. А возьми эту кирку в руки и добывай руду киркой. Пацаны, вам тоже дам по кирке, потому что, чтобы вы ебашили. Давай. Так, на вам пару вагонеток, короче. На вам рельсы. Так, меч положим сюда, кирку сюда. А что ты хочешь, чтобы мы сделали? Пару динамитов. Ну вы сейчас будете на меня работать, нахуй. Я вас нанимаю на работу. Слышишь, ты обезьяна ебучая. Потому что я такого цвета, да? Нет. Делай вообще не в этом. То есть ты из-за цвета кожи? Нет. Осуждаю вот это вот. Должен работать. Послушайте. Только лишь из-за цвета кожи, правильно? Ты вообще у тебя с цветом кожи, ты, блядь. Короче, блядь, не поднимайте этой темы вообще. Осуждаем. Не поднимайте эти темы. Ладно, Коль, успокойся, ебани. Данюш. Короче, смотри, спасибо. Вань. Пацаны, все слушайте сюда. Теперь с кирками, да. С кирками нахуй. Мы теперь будем ходить по пещере и добывать самые необходимые ресурсы для убийства дракона. Смотрите, например, камень. Нужен ли нам камень для убийства дракона? Нет. Я думаю, что нахуй не нужен. Нужна ли нам вода для убийства дракона? Она нам нахуй не нужна. Но вот грибы... Да. У меня есть, да, я вот могу дать. И даже не для убийства дракона они нужны, а просто в принципе. Вот грибы нужны. Давайте каждому по грибу и мы, закончим. Мы можем просто в лесу бегать. А мы можем грибами. Прямо сейчас, подождите, я хочу увидеть ваш моральный дух. Если вы прямо сейчас готовы, мы прямо сейчас ебашим на дракона. Давай, я готов. Подожди, моральный дух. Я руками убивал, я боюсь. Ваня, ты готов к дракону? Да, я готов. Ну как ты думаешь, ты справишься? Оружие, думаю, думаю, справимся. Итак, Ваня, дай я тебе... кровать! Сейчас, я даю испытание Ване, перед тем, как мы пойдем на дракона, я призову ему какого-то вот слабого монстра и посмотрим, как Ваня с ним справится. Ваня, ты готов? Да, я готов. Так, кого тебе? Кадавра? Железного голема в сопернике? Или, может быть, чешуйницы? Или овцы? Или лосося?
Железного голема. Железного голема. Итак, Вань, я сейчас призываю железного голема. Отойдите все, разойдитесь, чтобы вас не зацепило. Вань, ты должен будешь с ним начать драку. Если ты его победишь, я пойму, что ты готов к дракону, и мы идем на дракона. Ты готов? А, да, да, но я готов. Возьми в руки меч для начала. Как ты собрался драться киркой, Вань? Ну вот. Возьми в руки меч. Ты меня грибом ебашишь? Ты голема грибом будешь ебашить? Подожди, сейчас поменяю меч на кирку. Кирку на меч. Так, все, я призываю голема. Ваня, готов? Первый раунд. Иван Золо, да. ВС голем. А почему у меня меч не работает? У меня только это, вот эта вот рука работает. Ебашь его! Ваня, ебашь его! Ваня, давай! Ваня, давай! Ваня, делай, делай! Давай, брат! Делай, уйди, Ваня, уйди, делай! Давай, брат! Ты куда уёбываешь? Ты куда ты уёбываешь? Я его, я план капкан создаю, план капкан. План капкан. Это чё за хуйня вообще, блядь? Получай! Вань, ещё не сказали, что этот железный голем будет таким сложным и непробиваемым. Он ты его грибом хуярил, Ванёк. Ты его грибом хуярил, Ванёк, ты чё, ебанутый? Я говорю, что у меня меч не работает. Да, бракованный, походу, получился. Ух, ебаный. Подождите, а как такое возможно? Он вроде как реально держал в руке меч, но пиздил его грибом. Как нет, ты он во второй руке держал меч. А, он настолько ёбнутый. Да, да, да. Вань. А, F надо нажать, F. Да, Ваня. Да. F не работает. F не работает. Alt F4, Ваня, Alt F4 надо нажать. Alt F4, Alt... Нет, не жми, нет, 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 не жми! А чё случится? Надо. Не жми, не жми, я пошутил. Не надо просто. Блять. А что было бы, если я бы я нажал бы Alt F4? У тебя с компьютером было бы проблемы, не нажимай. Коль, на маг. О, заебись, спасибо за маг. Дайте, пожалуйста, Золо, кто-то его обратно сооружение. Золо, смотри, если ты не можешь победить голема, да, если для тебя это слишком сильный соперник, я возьму тебе соперника послабее. Допустим, магмовый куб. Погоди, дай я поеду. Это что за хуй? Это кто был? Ваня, блядь, кто? Кто это был? Кто это был? Кто это делает? Крипер. Какие крокодилы? Здесь они обитают? Здесь да. Есть крокодилы, да. Это был крокодил. Трэш полнейший. Угу. Ванёк, здесь есть все. Я тебя опять телепортирую. Вань, я тебя предупреждаю. Еще раз ты умрешь и все. Что и значит все? Ты можешь меня телепортировать хоть миллион раз. Да, но я тебя больше не буду телепортировать, если ты еще хоть раз умрешь. А я что, должен находить, типа, вас потом, да? Да, искать ну, нас типа, да. Везде. О, вагонетка, вагонетка. Это заебись, это беляш построил. Я умом. На ней поеду, я на ней поеду, почему она не едет? И куда ты ебашишь? Да она, эта вагонетка не рабочая, она просто сама по себе едет. Одевай доспехи, мы проверим тебя против магмового куба. Если ты его победишь, мы идем на дракона. Вот это круто. А где мои доспехи? Блять, дайте ему доспехи. Они у тебя, Коль. А, у меня? Ванюш, почему? Ванюш, а можешь кругом? Правой кнопкой нажать на вагонетку? Ваня, поднимай доспехи с пола. Так, а почему овца задом наперед идет? Где они? Коль, сзади, почему какая? Овца? Дайте смотри. Мне доспехи. Это что за хуйня? Это... Ой, почему я убиваю? Ваня, ты что замутил здесь? Бля, Вань, что ты сделал с ковьей? Почему она тебе задом наперед? Я ничего не делал. Стоп. Это что, можно подойти вот так к ней? Так, погодите, я надену сейчас свои доспехи. Давай, 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 погнали. Погнали. Так, меч. Что-то, не знаю. Убивает, пытается уебать. Он, в принципе, мы альфы! Ай, бля, куда ты пошла, бля, овечка, бля, жизнь же, бля, овечка, бля. Нам его побеждать, да? Не понравилось. Ваня, это ты одел броню? Я же его могу победить, он типа это сейчас это... Вань, это ты одел броню? Делай, делай! Получай. А он это может так, а типа... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вань, ты бьешь грибом. Получай, получай. Вань, получай, ты бьешь... Получай. Вань. Ты бьешь грибом. Вань. Ты грибом бьешь. Вань. Ванёк, чем у тебя... Чем мне его бить? У тебя зачарован... Вань, у тебя... Так меч не работает. Ладно, хуяр грибом, похуй. Это пиздец! А, сзади! Я его побеждаю! Я его побеждаю! А почему у нас все задом наперед? А почему он такой бессмертный, да? Потому что ты грибом его бьешь! Вместо зачарованного алмазного меча, ёбаный ты дебил!
какой кнопкой это бить мечом? Возьми меч в правую руку. Веди на меч и нажми правую руку. Сейчас. О! О! Что? Нихуя себе! Нихуя себе! Победный салют! Ой! Ура! Ура! Победный салют, блять! Я полностью запутался в кнопках. Ладно. Мне не поймешь, поменим Ванюшку. Выходим. Выходим из пещеры. Стоп. Ой. Нам нужен эндер-портал. Я думаю, Ваня после такой схватки готов к дракону. Ну, кого-кого. Да. Ну, дракона он разъебет. Вы согласны? Где Беляш? Я тут. Это трэш полнейший. Где мой телепорт? Верните Ваню сюда. А как? Ну, телепортирую его. Давайте обряд сделаем. Вау. Работает. Так, спасибо, что меня телепортировали, но больше так не делайте. Иван так. Зов 2004? Какой нахуй Иван Зов 2004? Ой! Блядь! Это дракон, блядь! Бегу! Убегай! Убегай, Вань, ты где? Бегу! Куда бежать? Ебать, дракон, нахуй! Кто его призвал, блядь? Короче... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ванёк, надо уёбывать из пещеры, потому что здесь пиздец. Сейчас тебе построю защиту от дракона. Ты же меня сейчас уничтожишь. Нет, я строю защиту от дракона. А, хорошо. Сейчас я тэпну сюда дерзко, Беляша, чтобы мы все были в домике. Сейчас мы спрячемся от дракона. Давай. Все, прячемся от дракона, короче. Ванёк, стой, сейчас мы закроемся, чтобы он нас не нашел. Построй не динамит, а построй что-нибудь другое. Все, что было под рукой. Так, я срочно по ядке ухожу отсюда. Подожди, я делаю лососей. Каких лососей? Ёбаный лосось! Ты меня затапливаешь! Сейчас я приведу сюда дерзко и пацанов. Что происходит? Зачем ты это делаешь? Я не могу выбраться отсюда. Так. Быстрее, ты куда, Ваня, уёбываешь? Блять, у нас защита тут от дракона. Вот. Так. Я знаю, куда идти. Я пошел в самую глубину. Ваня, ты где? Вы сюда, пацаны, я вам делаю дорогу из факелов, чтобы вы поняли, куда идти. Я ушел в самую глубину. Вы меня не найдете. Дерзко, ты где? Ваня, привет, я тут. Все, я тут. По факелам я иди. Давай, Вань, иду. Ты куда ушел? Ты под скелета ушел, я же нам защиту строю. Под скелета я ушел. Я же строю защиту от дракона. Кто здесь? Блядь! Ладно, уходим из пещеры. Трэш. Стойте, где вы стоите, уходим из пещеры, блядь. Это пиздец. Это потная каточка. Что это? Каточка. Какая? Трэш, потная. Я сказал, потная каточка. Вот это... Потная капочка? Потная капочка? А, понял. Сейчас, секунду, у меня какого-то хуя убралось с полного экрана режима. А как поставить полный экран? Какая кнопка? А, F11, пацаны, ну легко же. Так, ребята, короче. F4. Не пизди, сейчас Ваня нажмет. Ой! Ой, блядь, крыса какая-то. Быстрее, бежим. Ребят, смотри. Это паук, он укусит, ты человеком-пауком будешь. Смотрите, какое дело. Это, как его... Опоссум, это опоссум. Давайте так, да хватит да призывать чешуйниц, ты ебаный админ хуеплет. Это не опоссум, это гусеница. Ребят, смотрите, какое дело, Ванёк и остальные, смотрите, какое дело. Если мы в пещере не можем победить монстров, все-таки эта игра, она же не про сражение с монстрами, нам не обязательно побеждать монстров. Давайте тогда просто построим наш общий дом, в котором мы все будем жить. Давай, я согласен. Давайте, можете выдать это что-нибудь? Да, я сейчас выдам вам кучу всего. Ванёк, давай просто вместе построим дом. Держите дуб, держите... А пока мы построим дом, подписывайтесь на мой телеграм-канал Золо 2004, там актуальные важные новости. Модераторы, прошлёмте мой телеграм-канал. А, да. Ты по одному кидаешь. Да, точно. Всё, я строю дом. Так, ребята... Спасибо большое. Ванёк, ты поднимаешь материалы? Да, я поднимаю материалы. Вот, у меня 64... Сделайте так, чтобы он мог строить, Катана. Катан, сделай так, чтобы он мог строить. Катан, нахуй ты убрал им, чтобы они не могли жестко строить. Жестко чешется ухо, подождите. На, давай тебе сейчас... я почешу, давай. Зачем ты Золо назначил оператором сервера, блядь? Дай пацанам возможность строить, блядь. О, все, я почесал. Катана, ты что, дебил или что? Дай пацанам возможность строить, блядь. Ты ебаный идиот, блядь. Так, иначе ломать не могут.
Так, где строить дом будем? Какой ломать не могу? Дай возможность пацанам строить, ты быдло. Я не ломать не могу, не строить, я нихуя не могу. А, мы уже строим дом, получается, да? О, вот да. Кстати, ой, какой алмазный. Это кто-то построил, какой-то крутой чувак, блядь. Дай пацанам возможность строить, мы построим для нас особняк, катана, мы сейчас строим общую квартиру. На спавне нельзя что, ломать. Сколько? А что это такое? Вот это? А, так мы золото это уже видели, мы золото уже это видели. Монумент у вас какой-то? Или Вань, иди сюда, смотри, что мы нашли. Иду, вот. иду. Здесь опять эта фигня. Понял? Ракета вот эта. О, ракета. А, ракета. Может, полететь на ней можно? Ну, сама по себе она какая-то, знаешь, нерабочая. Она как-то почему-то не спускается. Да, да, да. Так надо, наверное, вот так сделать. Оп. О! И что там может случиться? А из нее белое топливо пойдет. Ну, вроде сейчас она взлетает. Она взлетает. Ебать, как полетела. Ой, смотри, вверх улетела. Охуеть. Точно? Да, да нет, наверх. Это не, вроде бы не полетело, она сама. Не, наверх, наверх, там просто очень высоко. Так, ребята, я строю вам мост, давайте за мной на ту сторону. Ваня, пройди по одной линии, сможешь пройти и не упасть? Да, да, я смогу. Отлично, Ванёк, погнали. Погнали, Ванёк, давай к нам, мы это будем строить. Это легко, это как, знаешь, Roblox. Это как Roblox, да? Ты... А, это легко для тебя? Хорошо. Да, конечно. Ты знаешь, я проходил 100 заданий в башне ада. А, ну давай, на. Ты что? Ваня, уже не так легко, да? А ты как упал? Ты подожди, ты мне это удалил эту, как ее, штуковину. О, дельфин! Я понял, выбирайтесь сюда. Ты мне кубик удалил. Послушай, я не удалял тебе кубик. Выбирайтесь сюда. Короче, я думаю, что дом должен быть вот здесь, на берегу, на острове. Давай, все давай, должно давай. Быть красиво. Сейчас я отстрою. Вы можете уже строить, пацаны? Да. Да, Ваня, ты можешь строить? Да, да, я могу строить. Давай вот тогда вместе. Будет. Это же наш общий дом. Строим вместе. Что же вы разошлись? Давайте, так. Например, я начну там сосновы какой-то. Шелочка. О, все, я могу строить. Ваня, помогай строить. Строй свою комнату. Все, я поехали я строить дом. Ой, а почему? Ой. А, так. У меня немножко завис компьютер. Сейчас. Коль! Да. Если вот так нормально, сейчас. Почему у меня? А, вот все работает. Я строю фундамент. Интересно, интересно. Но я не понимаю, как из этого выстроить дом. Мне кажется, что вот этот фундамент... Это как-то... окна, это окна, я думаю. Окна типа будут? Так, сейчас что-нибудь построю, что-нибудь придумаю. Ну, сейчас тогда что-то доделаем. Кривой какой-то. Вот так вот. И получается здесь окно. И сейчас стекла что поставим. Происходит? Мы сделаем дом, мы начали со стены. Строить. Да, мы просто я не сейчас. Знаю, с чего я начал, но с чего-то я начал. Во, вообще суперски. Короче, сейчас мы все. Общими усилиями сделаем какой-то очень крутой дом, я думаю. Угу. Блять, а где стекло, не могу найти. Я не знаю, что чат осуждает, но если что, осуждаю. Осуждаю на всякий случай. Если чат осуждает, то и я осуждаю. Естественно. Блять, а где стекла, пацаны? А стекло можешь забить в поиске. Да ну нахуй, это слишком сложно. Ну да, так. Тоже верно. Так. Так, так. Блядь, здесь во второй вкладке стекло. Второй вкладке. Ну, ты знаешь, вот смотрите, на том берегу поставить. Я построил. Да, вижу. Нормальный домик. Сейчас посмотрю, что там, где на том берегу. Вон, на другом берегу. Ребят. О, кстати. Ребят. Да, Вань, да, Вань. Да-да. Я думаю, стоит поставить какую-нибудь добрую музыку для постройки дома. О, ну давай. Мотивационную. Давай. Какую-то именно, чтобы мотивация шла? Да. Музыка для мотивации. Просто музыка для мотивации. Нам это надо и все. Да, да, да. Все, строим. Это как его, Адлин? Да, строим. Во, теперь есть мотивация строить. Так. Да-да-да. А, блядь, ты разбился, ёбаный. Я думаю, мы построим это все за 2 часа. Не, мы построим намного быстрее. Ага, хорошо. У тебя материалы есть, дерзко? Да. Ваня, у меня такая комната хорошая получается. Угу, я понял тебя. Так. А ты что тут делаешь? Давайте сюда кубики поставим. А ты что делаешь? Я не знаю, что я делаю. Я типа наобум все строю. Какой наобум? Мы строим дом. Что ты сделал? Дай камень. Сколько?
Много. Давай. И стекло, и дверь. Давай. На дверь. На камень. А, спрашивает подписчик, почему он такой не, плоский? Кто плоский? Почему он такой плоский? Да вы же... Ты строишь, как ебаклуша, блядь. Что с козой? Она вернулась. Коза вернулась? Где коза? Вот она, коза. О, коза она вернулась. Почему-то идет вверх тормашками. Бля, меня музыка для мотивации чуть-чуть отвлекает. Ребята, коза вернулась. Это заебись. Вот. Вань, что ты сделал с домом, блядь? Уберите эту хуйню. Подскажите, почему она это идет вверх тормашками? Да я не знаю, походу что-то сломалось. Да, наверное, какой-то баг. Просто обычный баг. Знаешь, топ-10 самых смешных багов Майнкрафт. Первое место — коза перевернутая. Да. Вань, смотри, что я делаю. Смотришь на меня? Вот, я ставлю пол. Да. Это же комната. Представь, что ты строишь комнату. Ставь пол. Типа, строй пол, готовь стены. Ну да, хорошо, поставлю сейчас. Вот, да, это комната, Вань. Ты что, никогда дома не строил? Объясни мне. Нет, я не строил. Ну, в смысле, в реальной жизни я никогда не строил. А в Майнкрафте? В Майнкрафте я строил. Я дворец строил. И ты не можешь комнату ебаную построить? Ну, могу, естественно, это легко. Ну, так построй комнату. Ой, у меня опять ухо чешется. Сейчас почешу. Давай почешу. Ебаная бан, блять. Админ. На нахуй. А я его да. Забанил, бля, я забанил катану на его же сервере. Я забанил катану на его же сервере, бля. Почему-то у меня не ставятся кубики дальше. Почему? Да. Коль, а можешь дать, пожалуйста, лазуритный блок один? Давай, я тебе сейчас навыдаю много. Не-не, мне один. Подписчики, подскажите, где я могу достать ему лазуритные, бля, все эти блоки. На тебе вот такой блок, такой. Не-не, мне просто лазуритный именно, лазуритный. Лазуритный. Это, блядь, не лазурит! А, все, я сейчас его найду. Фиолетовый, пурпурный. Да-да-да-да. Лазуритный, синенький такой. А, синий, во-во-во. Ты вообще тупой, блядь. Бля, я не понимаю, где... Да синий лазуритный блок, обезьян! Я пока строю. Бля, ты вообще тупица, строю. Нахуй. Да-да-да-да. Да-да-да. Блять, лазурит. Я ебучку оторву, блядь. Да-да-да. Подожди, да-да-да. Лазуритный блок, да? Да. Лазу. Лазу. О! Да-да-да-да-да. Вот и. Нет, блядь. Бля, какой. Как... Откуда ты тупой, блядь? Да-да-да. Да лазуритный! Да-да-да-да. Бля, ты вообще какашка, нахуй. Я не понимаю, где лазурит. А, вот! Вот, вот, из вот! Спасибо! А тебе нужны еще материалы для дома? Не, у меня всё по всему. Коля, да. А хапка есть? Да-да-да. Есть, есть, я думаю, сейчас намутим, чтобы было нормально. Только чтобы никто не слышал. На тебе пару хапок. Коля! Да. Коль, пойдешь посмотреть дом мой? Давай. А, это твой дом, да? Так, и где твоя комната? Вот. Вот тут вот я сплю. Вот тут вот. Вот тут я кровать поставлю. И все. Ага, я понял. Да ебаный, 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 нахуй! Да нафиг! В чате резко! Все заснули в чате! Все заснули в чате! Это я добил бомбас! Это был я! Что происходит? Я Георгия. Мы пока занимаюсь строительством дома, там что-то они делают. Да мы так чуть-чуть побаловались, покривлялись. Ага. ТП. А, ты умер? Да. Я погиб. Коля, можешь дать желтый и синий блок? Да, конечно. Блять! Какая ты тупая башка, блядь! Блять! А, стой, я могу вернуться, точно. А кто такой Кира? Я не знаю. Я не знаю. Я тут, я тут. Как зовут? А, мистер Беляш. А, нет, мистер... Мистер Бигахрю. На тебе, что ты хотел?
На тебе всего понемногу. А где ты? Кому желтый и синий блок? Интересно, зачем тебе желтый и синий блок? Кира? Я не знаю, кто это, но держи желтую шерсть и голубую. А я не знаю, кто такой Кира. Да. Кира, ты кто? А, это катана, которого я забанил. Это катана, которого я забанил с другого аккаунта. Можешь пару табличек дать, Коль? Да, могу. Ваня, тебе в чате написали, слышь, Ванек? Что мне в чате написали? Заткнись нахуй. Беляш, это, кстати, прикольно. Нормально? Да, кстати, слышишь, Коль, смотри, тут все как есть. Ебать, да, ну, в принципе, красиво. Ну, не, ну я просто не могу молча строить дом. Дождь, блядь, под крышу, срочно от дождя все. Срочно. Ваня, ты сделал дом, нам нужно спастись, идет дождь. Сейчас я сделаю. Молнии будут бить. Блин, я промокаю, блин, промокаю. Все, закрываем. А я, блядь. О, спасибо. Все. Так, этот дом построил нам Ваня на всех. Слушай, Вань, тебе не кажется, что тут как-то очень мало места для пятерых? Ой. Ты просто строил 20 минут и это вот этот ты построил. Да. Зато я построил типа Ваня умничка, а Коля. Это ты построил, да? Да, это я. Я молодец. Нормально. Ну сумма, тогда сумма. Я построил вот это. Алло! Дай зажигалку, сладкий. Сейчас даем. Так, зажигалка. Ну, мне нечего было делать. Я построил дом по смыслу. И типа ты решил просто дома разрушить? Какой дом по смыслу, если мы там на пятерых человек места не хватало? Ты построил хуйню, Вань. Там мы не могли там от дождя даже скрыться. Дай зажигалку. А это что такое? Я ее пытаюсь найти где-то. Где она зажигалка? А это что такое? Сейчас, я не знаю, что там у тебя, Вань, уже происходит. Это что такое? Блядь, где зажигалка? Вот это вот, смотрите. На, держи. Вот это вот надо разрушить. Вот спасибо. Это вот, видишь, это надо разрушить. Чё ты дал, больная, блядь, башка, какой нахуй уголь? Зажигалку. Бля, я не... А, нашёл. На, держи, зажигалки, всем зажигалки. Все, спасибо. Мы что-то курить будем? Мы сейчас хапанём. О, ламы. Так, Ваня, что ты делаешь? Зачем ты забрал двух лам? Коль! Да? Залезли! Бля! Ты чё, охуел? Сука, уёбок ты ебаный. Я тебя буду лопатой ебашить по горбу. Да, да, Ваня? Вы можете так сильно не орать? У меня уже голова болит. Прости, Ваня. Вань, прости нас. Вань, прости нас. Я уже не могу ни на чем сосредоточиться и говорить о чем-то тут. Знаю, о чем уже. Хорошо, Ванёк, смотри, давай так. Если ты не способен построить даже, блядь, дом, комнату, чтобы мы укрылись от дождя, тогда, может, ты способен пройти паркур-карту Майнкрафт? Оля, я вообще-то способен построить дом, но ты его взорвал. Вань, ты построил дом, в котором было очень мало места. Ты что, не видел? Иди сюда. Вань, подойди ко мне, я тебе сейчас дам кучу материалов. На новый дом. Давай. Вань, видишь, я кидаю на землю? Поднимай материалы из земли. Да, я поднял. Сейчас, я дам тебе еще окон, подожди. Угу. Чтобы у тебя были окна. Я даю тебе, Вань, 5 минут, чтобы ты построил стоящий дом. Я дал тебе куча материалов. На тебе куча разных кроватей. Воу. На тебе еще там, я не знаю, всяких... Тебя скелет убил в натуре? Это не меня. Дерзко, я слышишь? Я-то еще живой. Что происходит? Почему начали фигуры строиться желто-синими цветами? Это, блядь, дерзко делает. Кто? Я их сжигаю. Нет, ты строишь фигуры с желто-синими цветами, блядь. Давайте их рушить. Зачем ты их рушишь? Блядь, Ваня, послушай меня сюда, смотри на меня. Вань, смотри на меня. Хватит ломать блоки, посмотри на меня, блядь. Где ты? Сзади. Ага. Я тебе дал кучу материалов. Пойди и построй, пожалуйста, дом. Давай, иди построй дом. А перед этим надо кустик раскурить. Вот кустик. Где кустик? Всем кустик. Я начинаю строить дом. О, кустик, давай раскурим.
И зажигалочка. Делаем. Я прикурю от огня. Ваня, давай к нам! Мы наркоманы! Мне уже как-то некомфортно, если честно. Ой. Все, ладно, выплевываем. Ой. Так, в принципе, поставить вот. Короче, слышишь, дерзко, знаешь, что я подумал и понял? На самом деле, вот каждый раз, когда я давал тебе какой-то материал, да, ты строил все время какую-то хуйню ебаную, понял? Типа, ну реально. Хуйню, в смысле, нет. Ты исполнял какие-то, понял, провокации и прочее. За это. За то, что ты строил всякую залупу, что-то поджигал, я не знаю, ты исполнял какую-то дичь, провокации. Я приговариваю тебя к тюрьме. Я приговариваю тебя к тюрьме. Сука, не двигайся! Ребята, засните в чате на секунду. Не спать. Засните в чате на секунду. Ну, на секундочку в чате засните. Отсычонок. Буквально. Хорошо. Буквально засните в чате на секундочку. Не спать. Так, спать, спать. Всем как в мультиках. Хорошо. Жадочка большая для маленьких. Ты думаешь, дерзко, ты самый умный? Хорошо. Ой, тут зомби, тут зомби, тут зомби. Блядь, ты умер от зомби? Да. Сейчас тогда я строю тюрьму для дерзко. Ой, подожди. Что ты там строишь? Что это за лупа, блядь? Я выкручу тебя там нахуй. Не, я строю для тебя тюрьму. Извините, ребят, чат, вы не знаете, где решетка? Какая решетка, за лупа? Решетка где, не подскажете, чатик? А, чат закрыли из-за тебя же. Ты думаешь, тебя это спасет от тюрьмы, дерзко? Ты что делаешь? Эй, 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 это тюрьма для тебя, блядь. Не ломать, не портить тюрьму. Окей. Ты что за лупа? Окей. Ой, меня сейчас уничтожат, а я. Значит, тюрьма будет на воздухе у тебя. Ты, блядь! Я не буду в Азкабане жить, я не буду жить в Азкабане. Ты будешь жить в тюрьме. Нет. Сейчас я телепортирую к себе Ваню. Ваня, я тебя к тебе телепортирую, ты готов? И меня. Давай. И Белиша. И перестаньте умирать, я заебался вас телепортировать. Так у меня полжизни осталось. Поставь день. Сейчас поставлю. Time set 0. Блять. Так, где решетка, чат? Все, включите чат, модеры. Я не знаю, где решетка. Да потому что дерзко хуесос, которого я сейчас закрою в тюрьму. Из-за него включили своему. Ты залупа. Правильно, правильно. Где решетка? Спать в чате, спать в чате. Нахуй. Не спать нахуй. Спать в чате, спать. Не спать нахуй. Все заснули. Меня уничтожил зомби. Ты опять умер! Я тебя только телепортировал! Ой-ой, бегом, 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 бегом. Зомби зомби сейчас меня уничтожат. Сейчас я тебя тэпну. О, дождь прекратился. Блять, где решетка? Я не могу посадить его в тюрьму! Я не могу найти решетку! Ой, блядь, так ты тупой просто! Дерзко, слышь, не подскажешь, где решеточку могу достать? Я не знаю. Не знаешь, мне нужно, я строю дом. Там огненный человек, там огненный человек. Дом строю, мне решетка нужна, чтобы построить дом, блядь. Я найду решетку, я клянусь. Я поставлю, я весь стрим буду копаться, но я найду решетку. Ну что ж, Кира, отойди, эта тюрьма не для тебя, это тюрьма для Дерзко. Тэпните меня. Сейчас тэпнем тебя, Беляш. Я почти закончил тюрьму для Дерзко. Дерзко! Чё? Ты подготовил уже речь? Скелет. Какую-то? Речь? Ну, для извинений, там, чтобы тебя простили. Какую речь? Кого простили? Нахуй, я ни в чем не виноват, блядь. За что вы меня пытаетесь шугануть? А можно я адвокатом буду? Адвокатом, да? Ой. Меня это уничтожил Кейпер. Ты ёбнулся! Я тебя три раза тэпнул за последние 20 секунд! Еще раз ты умрешь, Ваня, я тебя больше не тэпну. Итак, пожалуйста, приглашаю всех игроков сервера, все ко мне в зал суда. В зал суда, все игроки сервера. Какой нахуй зал суда? Ты чё, вообще больной? В зал суда. А что происходит? Ко мне бегите. А что происходит? Происходит суд над Дерзко. Сейчас мы будем выносить ему приговор. Да что нахуй? Мы играем в Майнкрафт. Нет, здесь можно и судить людей и сажать их в тюрьму, Вань. Ты многого не знаешь, здесь можно даже овец ебать. Ты чё залез на дерево, слезай. А чё Дерзко сделал?
Я не знаю, Вань, они пытаются меня засадить просто. Идем к нам, Вань. Итак, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее все. Ваня, встань просто на месте. Встаньте туда все. Сейчас, короче, начинается у нас суд. Беляш, ты где? Меня не тэпнули. Блять, Беляш! Я тэпнул тебя, ты просто сдох, наверное, через секунду. Итак, Беляш, давай туда, к присяжным. Вот обвиняемый. Отойди, здесь обвиняемый. Дерзко, пожалуйста, встаньте вот здесь. Как обвиняемый, особо опасный. Вот за этими решетками двумя. Типа сюда? Нет, нет, подождите. Короче, стойте на месте. Сейчас просто вот так вот обвиняемого огородим. Будет сейчас у нас процесс. Ты можешь нормально? Только побольше ее сделать. Че я как этот нахуй? Нет, вот мы просто вас аккуратно огородили. То есть мы вам просто выносим приговор. Итак, Ваня, ты куда встал? Я здесь стою. А куда я встану? Встань вот сюда, к присяжным. Вот сюда, где я стою. Ты че? А где? Вот на блоке. Встань рядом, сука! Да? Я тебя да? тоже сажаю в тюрьму за тупость, нахуй. Все, Ваня, тут... Нет! Я не хочу с ним сидеть в одной! Итак. В смысле? Выпустите меня! В срочном порядке, выпустите! Что я здесь делаю? Итак, а теперь слушаем внимательно. Выпустите меня! Как отсюда выйти? Дорогие присяжные, дорогие слушатели! Дорогие слушатели, дорогие обвиняемые, итак, вы обвиняетесь в... От, суки, побег вам еще въебать? Я же вам еще побег сейчас въебу, нахуй, к сроку. Я ничего не делаю, Вы у меня в тюрьме будете всю жизнь сидеть, блядь. Все. Алла, почему, почему я не могу выйти? Я же мог выйти, что случилось? Что ты делаешь? Отошли от клетки. Итак... Думаешь, я не смогу выбраться? Ты чё, под коп уже хуяришь? А, нет, все нормально. Итак, дорогие слушатели, дорогие... А что я тут делаю? Сидеть в тюрьме. Дорогие присяжные, вы готовы? Сегодня у нас дело, слушается дело Мистер Биг Хрюша и Зола 2004. Итак, Мистер Биг Хрюша обвиняется в создании провокационного контента на трансляции Некоглай. В постоянном утомлении зрителя. Зритель постоянно спит из-за Мистер Биг Хрюшу. Этого нам не нужно. Во время просмотра трансляции зритель не должен спать. За вышеперечисленные нарушения я приговариваю Мистер Биг Хрюша, также известного как Дерзко, к 25 годам лишения свободы. Ваше последнее слово, Хрюша. Подождите. Можете вот эту хуйню сломать? Мое последнее слово, ребят. Ваше последнее слово, Хрюша. Смотрим. Ты, сука, блядь! Приговор будет исполнен немедленно. Хрюша отправляется в тюрьму. Спасти! Спать! Спать! Блядь! Начинайте, ребята, ЗВ! Блядь, они то нажали. О, Мозер вовремя среагировали. Я думал, я успею, но не успел. Так, все, Мистер Биг, эй, где вы? Ой, он опять в тюрьме, га-га-га. Стоп, я его не вижу. Нет. Дерзко, ты где? А где Дерзко? А где он? Ладно, пофиг, где Зола? Зола, тебе тоже приговор еще не вынесли. Где Зола, где вы все? Где Дерзко и Зола, где они? Они умерли. В джунглях Вьетнама. Как умерли, блядь? Кто их убил, нахуй, моих... Я их приговорил к тюрьме, а не к смертной казни. Как они умерли? Я вообще-то живой. Я буду выживать. Так, вот здесь ты теперь будешь находиться ближайшие 25 лет. Желаем тебе удачи и хорошего настроения. Так, Иван Зола, будьте добры. Это что за хуйня? Блядь! Это тупой, это пиздец! Жми мои грибы, долбоёб! Сука, заебашу тебя нахуй! Где ты, блядь? Я тебя заебашу нахуй. Пошёл ты нахуй! По-моему, Ване плохо. А, сейчас тэпну Ваню. Ваня? Я вас уверяю, прекратите орать. Мы все, мы не орём, честно. Итак, Ванёк, мы сейчас играем в игру вместе с Дерзкой, с тобой, «Голодные игры». Вот в чем дело. Я вас пытаюсь заебашить трезубцем, а вы должны спасаться. И сколько у нас секунд, чтобы бежать? Беги. 10 секунд. 10. 9. 8. 7. Ой. 6. 5. 4. 3. 2.
1. Ну что, поехали, поиграем нахуй. Я вообще убежал в другую параллель какую-то. Да я вижу тебя, ты что гонишь? А, ты в воде меня не увидишь. Да ну нахуй. А ты как это? Почему у тебя это? Где второй, блядь? Дерзко! Дерзко! Ты где? Ты слишком сильное оружие, ты читер. Ты думаешь? Дерзко, иди сюда, блядь. А ты! А ты сучонок, блядь. Чё, далеко бежишь? Сука. Ну куда же ты? Беляш, а ты куда, блядь? Я помогаю! Ах ты уёбок! Я думал, ты ему помогаешь. Еще раз, Ваня, ты так показательно зевнешь, я тебя в натуре трезубцем заебашу в этой игре Майнкрафт. Да ёба... Где дерзко? А чё мне это... На дереве стоять? Не, я тебя тэпаю ко мне. Только больше постарайся не умирать, ладно? А, хорошо. Не, на самом деле, знаешь, чему я удивлен? Чему? Тому, что, блядь... Вань, ты действительно ничего не знаешь о Майнкрафте? Ну, я играл с друзьями. Ну, вы заметили, что он вообще нихуя не понимает? Типа, блядь... Ну, да. Ванёк, если бы ты хотя бы чуть-чуть основы этой игры знал, ты знаешь, как можно было бы весело? Может, ты... Поиграешь Понимаешь, в Майнкрафт? Я играл это с друзьями до 4 класса, и потом я это забросил. Реально? Да, потому что нам это стало неинтересно. Да, блядь, видно, что ты не играл с друзьями, если честно. Как будто у тебя друзей не было, чтобы ты понял. Ну, такое ощущение. У меня они есть. Есть? А, не до 4, а, по-моему, до 6. И, по-моему, там нам неинтересно было уже. О, я нашел то, что я искал. Так, Кира, будь добр. Будь добр. Итак, Дерзко и Иван Золо. Вы готовы? К чему? Как к чему? К наконец-то наказанию вашему. Какое нахуй наказание? Раз. Итак. Так, мы опять в тюрьме? Да, вы в тюрьме. На этот раз уже все. Это типа окончательно. Вы будете отбывать срок 25 лет. Итак. Дорогой Дерзко, дорогой Иван Золо, вы знаете, за что сидите? Нет. Ну, нет, не знаем. За провокации, за плохое поведение. Ваня сидит за тупость. Ты Вань, честно, ты просто за тупость сидишь. Был бы, блядь, поумнее, ты бы не сел в тюрьму. Вот вы пытаетесь как бы выбраться из тюрьмы, но я очень не советую вам этого делать. Очень не советую. А Дерзко похуй. Почему я не могу выбраться? Ребят, вы никогда отсюда не выберетесь. Почему ты меня бьёшь? Ручная тюрьма, почему такая? Ну вот такую тюрьму я построил. Выбраться. Ребят, чтобы выбраться, вы должны ответить на 3 вопроса. Вы готовы отвечать давай, на загадки? Давай, 3 вопроса. Я готов. Готовы? Да. Да, я сейчас сделаю портал в ад. Мы сейчас пойдем с вами в ад. Ну, если вы думаете, что вы в аду, то вы ошибаетесь. Это еще не ад. Я вам помочь, ребят? Что ты сделал? Итак, викторина, готовы? Да. 3 вопроса. Первый вопрос адресован к Дерзко. Дерзко, готов? Что такое? Да. Назовите, пожалуйста, площадь Земли в квадратных километрах. Да хуя. Площадь Земли, планета Земля в квадратных километрах. Да хуя. Да хуя. Это неправильный ответ. Итак, вопрос к Ивану. Иван, зимой и летом одним цветом? А, зимой и летом одним цветом? Сейчас, подожди, я подумаю. Подумайте. Зимой и летом... зимой Папка. И летом одним цветом. Да. Любое вечно зеленое растение. Это неправильный ответ. Правильный ответ – елка. Итак. О, в смысле? Правильный, в смысле? Правильный ответ Это был правильный елка. Ответ. Это правильный ответ. Ответ к Дерзко. Дерзко. Если x равен 280 умноженный на y... деленный на z в кубе, то
Найдите константу. А чем не план, это нерешаемо, нахуй. Неправильно. Ответ. Итак, Иван Зола, вам вопрос. Вы готовы? Вы готовы, Иван Зола? Погоди, погоди. Сейчас, подожди. Что он делает? Что ты делаешь? Я могу туда прорубить вход. Ты не можешь никуда прорубить вход. Ванёк. Да ты... это трэш полнейший. Я могу как-то присесть или что? Да, сейчас я тебе организую. На, присядь вот на это. Ладно, давай я отвечу на твой вопрос. Вопрос такой, Ванёк. 2 плюс 8. Да, плюс 8, ну 10. Ты это... вообще тупой, ты что задаёшь? Это правильный ответ. Иван Зола, вы свободны. Выбирайтесь. Как? Вот я вам сделал как подкоп. Я вам подкоп сделал. Блядь! А. Я бегу отсюда. Не, всё. Ваня, оставайся. Короче, все, ребят, я вы считаю... Вы меня не найдете. Нет, Ванек, возвращайся к нам. Меня не найдете. Ваня, мы идем в ад. Ваня, мы идем в ад, все. А, нет, я в рай. Нет, мы в ад идем. Нет, я в рай. Мы идем, ты с нами идешь в ад, братан. Да ты меня не найдешь, я уже ушел. Братан, ты думаешь, я тебя не найду? Ты что, ебанулся? Я тебя могу телепортировать к себе в любой момент. А-а-а. Алло! Не убивай Ваню! Я сейчас тебя убью. Ой, но у меня полжизни осталось. Я сейчас тебя убью. Дайте ему еды, кто-то, Беляш, у кого-то есть еда? Поделитесь с Ваней. Че накопаю? Накопай ему еды, Ванек. Послушай внимательно. Мы сейчас идем в ад. Соберись. В аду нас ждут монстры, приключения и разные-разные приколы, понимаешь? Ага. Я не могу найти обсидиан, блять. Какой же ты тупой, это просто космос. Ну давай, чё, куда идти? Сейчас я ищу обсидиан. Я ищу обсидиан, блять, помогите. Я честно уже спать хочу. Третья верхняя, подожди, все, мы идем в ад и после ада расход, все. Готов? Просто посмотрим ад. Готов, Ванёк? А пока мы идем в ад... Ах ты, сука! Подписывайтесь на мой телеграм-канал Золо2004, там актуальные важные новости. И, собственно, вот такие вот дела. Модератор, поспамьте, можешь, пожалуйста, телеграм. И, кстати, Коля, наука. О, Ваня, заходи в портал, давай к нам в ад. Погнали. Погнали в ад. Вот хоть там будет... Ваня, в портал встань, блядь, где ты стоишь? Ого! Ооо, ничего себе! Ничего. А почему мы возродились сразу здесь? Ну я помню, а я был. Куда идти? Не, ебать, мы круто заспавнились на самом деле. Куда идти? Ребята, сейчас я вам объясню, куда идти. Подойдите все ко мне, вам понадобится вот это. Ой! Что нам понадобится? А, все. Так, подождите, пока я надену это доспехи. Так. Бля, ебать, мы тэпнулись в хорошее место на самом-то деле. Угу. Все. Ваня, Ваня, вот еда. Ваня, ты видел когда-то ад? Ты знаешь про это место, нет? Еда, еда, Ваня. Нет, я, в принципе, здесь никогда не был. Ну, попадешь через лет 5. Нет, я, в принципе, попаду в рай. Ты думаешь? Да. Сейчас, пацаны, я вам построю тогда мосты. Алло, Ваня, еда, еда. Чтобы вы знали, куда идти. Ребят, по мостам. Вот, я вам строю мосты. Идите по мостам, чтобы вы понимали, куда вам идти. Вам сюда. Куда идти? Вот по мосту, Вань, деревянному. Здесь одно. И куда, туда? Ну, я не знаю. Давайте вместе изучать, блядь. Ванёк, давай за нами. Вань, не отставай. Так, ой, какой-то... Ой, блядь. Это тёмненький. Ёбаный рот. Это кто такие? Кто такие? Вы кто такие? Ёбаный рот. А, кстати, я могу по нему прогуляться просто так? Ну, просто погуляй, да. Я надеюсь, у меня получится, у меня ничего не получится. Ты как это умер? Что такое? Блять, все пацаны голые, они живые, ты единственный в алмазной броне, и ты единственный сдох, блять. Ваня, ты ебанутый, скажи мне. Золо 2003 был иссущен, пока боролся с визер-скелетом. С каким скелетом? Визер скелетом. Ага, визер скелет. Ебать, интересный биом, кстати, прикольно. Если бы, Ваня, ты умел играть, нахуй, вообще было бы охуенно. А так как ты идиот, блядь, мы нихуя осуждаю. Не можем. Осуждаю твой идиотизм, и это правда. Если бы я был вживую с тобой, я бы тебе уже надал. Ну-ка. Опа. Аккуратно.
Аккуратно. Не, Вань, на самом деле ты по-своему умный. Все люди по-своему умные. Ну, кто-то просто в большей степени, кто-то в меньшей. Забывай, Колян, у меня 130 IQ, но эта игра такая быстрая, и, что, и, собственно говоря, мой персонаж очень медленный, и он не имеет никакой скорости, так что вот эти вот персонажи злодейские, они, в принципе, обгоняют меня, в принципе, по скорости. Так что это игра такая, а не я такой. То есть, короче, ты проиграл из-за того, что Майнкрафт хуёво сделан? Ну, потому что здесь скелеты такие уж быстрые. И какие-то огненные человечки. И поэтому ты проиграл? Да. Я понял, Ванёк. Что ж, тогда я знаешь, что бы хотел? На самом деле, я считаю, что играть особенно таким стаком в Майнкрафт, это было бы весело и прикольно. Просто мы не можем играть из-за того, что ты, сука, не знаешь даже как палку скрафтить. Как с тобой играть? Тебе говорят, построй комнату, ты строишь, блядь, просто стену нахуй из говна. Комнату, дом, понимаешь, Ванёк? Вот если бы ты изучил Майнкрафт, то можно было бы реально пиздато таким стаком играть. А так, нахуй, ты не поиграешь, понимаешь, о чем я тебе говорю? Да я, в принципе... Я не знаю, я, в принципе, хорошо справился. Ты просто... думаешь, ты хорошо справился? Ты просто мне завидуешь. А, ты думаешь, в этом дело? Да. Вот это логика у Ванька, пиздец. Напоминает мне мою бывшую, если честно. Юлю? Да, Юлю, конечно, у меня много девушек Юль было, бывших, блядь. Угу. А, стоп, её ж Вика звали. Или Вика, да, или Юля, или Настя, или, блядь, Карина, или как их ещё звали. И вы не можете, пацаны, вы пробовали гейм-мод? Вы не можете, да, в гейм-мод уйти? Ну-ка. Недостаточно полномочий. Вы знали, что над адом есть грибы? Ну, ладно, это другая тема. Короче, тогда так, пацаны. Бля, Ваня, еще раз ты вот так зевнешь, типа, я понял, что ты заебался от Майнкрафта. Не нужно делать... каждую секунду, я понял, что... Я могу вот так. Чё вы стонете-то? Давайте просто в Дискорд, можно выходить из Майнкрафта. Просто заходите в Дискорд. А, вы и так в Дискорде? Да, мы и так в Дискорде, доброе утро. Сейчас я сделаю наши вебки тогда побольше. А что мы сейчас делаем? Я сделаю, все, возвращайся в Дискорд, сделаю наши вебки просто побольше, просто попиздим. Сейчас, подожди. Просто немного попиздим, конец стрима, все, мы завершаем стрим. Там прощание, там типа, ну всякие приколы, ты понял? Да, короче, ребята, мне Майнкрафт понравился. Я играл с ним в друзья, в ш... ну, ну... Я играл в Майнкрафт с друзьями в школе, только мы играли, так сказать, в другие локации, в другие задания и, собственно, вот такие вот дела. Какие другие локации, Ваня? Ты не знаешь, как скрафтить ветку? Ветку! Я молчу про лопату, про топор. Я, чтоб ты понял, я слабый игрок в Майнкрафт, Ваня. Но, блядь... Колян, на самом деле я притворялся, я же понимаешь, генеров, а у меня больше 130 IQ и, собственно, вот такие вот дела. Ты просто это, знаешь, ну, как бы сказать... Не выкупил мои, так сказать, рофлы. И, собственно говоря, тупил как пень. Я тупил как пень? Да. Я тупил как пень? Конечно. Хорошо. Ванёк, красиво ты его сделал, вот этот белобрысый, так ему к нему и надо относиться. Хорошо, нет, подожди. Что, дорогие друзья, игра в целом хорошая, прикольная. И, собственно говоря, подписывайтесь на мой телеграм-канал Золо2004, там актуальные важные новости. С вами был Иван Золо2004, музыкальный исполнитель, лайкер, тиктокер, твич-стример, ютубер. И, в принципе, будущим актер, собственно, вот такие вот дела. Подожди. И, собственно, Колян, что ты хотел добавить? Слушаем тебя. Я хотел у тебя спросить, а под конец своей речи, почему ты не делаешь так? Ай, бля... Ай, бля, под конец. Или вот так вот. Бля, так не обязательно. Так не обязательно, да, делать. Слушай, Ванёк. Как я делаю? Ванёк, уже не надо так делать. Я просто хочу тебе задать такой вопрос. Ты мог бы поиграть просто в Майнкрафт чуть-чуть вне стрима? Хочешь вместе чуть-чуть поиграем вне стрима, чтобы ты хотя бы самые базовые основы этой игры знал? Потому что на самом деле, знаете, что я понял? В Майнкрафте, чтобы кооперативно играть на стриме, самое большое количество контента, что только есть вообще. Я тебе уже говорил, что у меня другая жизнь, и, собственно говоря, я сейчас в данный момент не увлекаюсь играми, потому что я немножко и забросил. У меня другая жизнь, состоит она в колледже, я сейчас студент в данный момент, и, в принципе, я увлекаюсь спортом.
Поэтому вот такие вот дела. Сейчас я играми не увлекаюсь, потому что я немножечко вырос. Поэтому я понял, что сделать. Зрители, я понял, что сделать. И Дерзко, и ты, и все остальные. Как можно с Ваней нормально поиграть в Майнкрафт, а не вот этот дрочь. Мы бегаем, блять, этот дебил умирает нахуй от воды, от дождя просто. Как ты умер от дождя? Это другая история. Мы просто берем и качаем карту с прохождением. Вот какой-то Майнкрафт-сервер, карта с прохождением. Ну, где типа, поняли, сюжет. Где мы идем и проходим по сюжету Майнкрафт-карту. Давай, без Б. Зрители, давайте прямо сейчас на стриме кто-то... Напишите название самой пиздатой карты, которую вы хотите, чтобы я, Иван Золо, Беляш, Дерзко прошли вместе на стриме. Какую-то паркур вот самую... Паркур пишет. Ну паркур, блядь, Ваня будет просто падать на первом блоке, ну, да. Нахуй. Весь стрим закончился. Все, спасибо за стрим. Может, еще возьмем... Можно хоррор. Хоррор, интересно. Может, кого-то возьмем еще на стрим? О, вот, пишут уже название всяких прикольных на прохождение. Ice and Fire. Типа, Really World, Poison. Ну, я, наверное, после стрима сам просто зайду в YouTube и напишу самое лучшее прохождение в Майнкрафт, самое ебанутое, и мы просто будем с вами прохождение делать. Вань, честно, если бы ты мне сказал, что ты дебил, я бы, ну, не запускал вот так Майнкрафт просто. Ты бы сказал просто до стрима, я немножко дебил, я немножко туповат. Короче, дорогие друзья, он мне просто завидует, и, собственно говоря, сам тупит по-страшному. Ну, ладно, бывает у меня. Не, я тоже туплю, все мы тупим, Дерзко тоже тупит. Когда, блядь? У тебя что, не было ни разу момента, когда ты тупил? Нет, я всегда умный. Всегда а когда я тебя тэпаю к себе, через 5 секунд ты умер от собаки, нахуй. В Майнкрафте. От гриба, блядь, от мухомора. Это не называется тупил? Нет, это погиб. Погиб, блядь, как герой. Вот именно. Поэтому, ребята, в чате... Нет, ну, нет, ночи, нет, ребята. Нет, нет. За наших, нет, ребята, не за смей, наших. Блядь. Доброй ну ночи. Что, ебанутые, герои, какие герои? Ночи. Хорошо, что смайлики у меня модерация работает. Ну ты совсем ебнутый или что? Ты сэбашка, ты понимаешь, я тебя уже нахуй в тюрьму посадил, и в жопу тебя уже. А, нет, это овцу. Чё ты там, блядь? Это овцу, я перепутал тебя с овцой. Вот именно, да. Кстати, Вань, ты понял, что овцу тогда ты спас не от того, что ее резали, ее в жопу ебали? Нет, не понял. Теперь ты понимаешь, да? В чем суть? Овцу ебали в жопу. Теперь, когда ты мне это сказал, у меня мир сломался. Да. Это была не ракета. Это, а, про ракету, да, Вань. Это, кстати, не ракета была. Это была не ракета, Вань. Mm-hmm. Но у меня точно мир и психика сломалась. Ну, твое мнение, как думаешь, что это было? Ты про ракету? Да, как думаешь, что это было? Да там, на 4 буковки. На 4 веселеньких буковки. СВО! Что, я сказал на 4 веселеньких буковки. Подожди, 4 буквы. Смотри, слово хуй — это 3 буквы. Слово пенис — это 5 букв. Член. Ты просто тупой, блядь. А, я просто не называю его член. Вот я называю... Доказательство, что вот и ты подтвердил Дерзко. Все по фактам. Да, да, абсолютно. Блядь, он даже не Дерзко. Он даже не Дерзко. С хуями. Ваня меня назвал Дерзко. Я буду Дерзко, блядь. Как Ваня назвал, так я и буду. Мне не сложно как бы. А ты, блядь, чушпан ебучий. Вальнул на свою ебучку нахуй и сиди, блядь. Ваня уже подустал. Ты уже офнуть стрим не можешь, блядь, 10 минут нахуй. Я могу офнуть стрим, просто я жду, когда он даст мне намек, чтобы я офл. Вот такой. Вань, дай ему прозрачный намек, чтобы он офнул стрим. Нет, там другой намек. Так я все уже прорекламировал в свой телеграм-канал, он может офать. Не, он уже рекламировал. Я ждал, пока он прорекламирует телеграм-канал свой. Так, ребят, тогда я тоже прорекламирую нарко. Ладно, ладно. Стой. Я имел в виду Нарафаминск. Нарафаминск. Все приезжайте в Нарафаминск. Ладно, шучу. Короче, ребят, спасибо всем, кто был на стриме. С вами был Некоглай, с вами был Иван Золо, с вами был Дерзко, с вами был Беляш. Планируем в ближайшие стримы запустить также Майнкрафт, но не просто беготня и выживание, а прохождение. Я уже по стримам устал, дико, у меня голова болит. Вань, лучше, да, на заводе сваривать, нахуй, металл, как ты хотел, да? Рубить деревья. Лучше, блядь, таскать мешки с углем, нахуй, на плечо закинуть и потаскать. Там ты не устанешь, думаешь, да, Ванёк? Там я, ну, в принципе, очень сильно устану. Слушай, а может, ты просто перестанешь напрягаться и все? Вот, типа, вот, что ты напрягаешься? Это, ну, типа, давай я тебе не буду задавать больше сложных вопросов. Типа, там, 2 плюс 8 и все такое, чтобы ты не уставал. Чего? 2 плюс 8, это может и ребенок сказать, сколько это будет. Хорошо, а 11 плюс 17? 11 плюс 17, ну, в принципе...
28. Неплохо! Неплохо, ебать, Ваня. Да, все, не будем больше нагружать твой процессор, потому что мне кажется, там уже все пизда. Смотри, какой момент, Вань. Мы будем играть прохождение, то есть тебе не придется ничего думать, мы будем просто проходить. То есть, и по поводу, ты сейчас сказал, и по стримам я устал. Подожди, ты имеешь в виду, ты в принципе хочешь забросить стримы, никогда не стримить? В смысле, я такого не говорил. А, просто сказал, я что-то по стримам устал, блядь. Ну, я имею в виду, что я не выдерживаю больше часа. То есть полтора часа это пиздец всему. А ты знаешь, что Дерзко уже четвертый с хуем час стримит? Он 3 часа у себя стримил, и сейчас полтора у нас. Он четвертый. Я не знаю, у вас всех стримеров иммунитета, а у меня, в принципе, не знаю, нет такого стремления стримить по 4-7 часов в сутки. Ну, я сам не могу стримить по 4-7 часов в сутки. Это Дерзко как-то хуярит по 4-7 часов в сутки. Даня, Данечка, покажи сисю. Сисю. Тупой вообще, что ли? Чуть не сижу. Там ты ей дергал. Возьмем кого-нибудь еще на стрим. Да, давай, предлагай кого хочешь. Например, Кадырова предлагаю. ХБшку, Бэбайну. Ну, давай ХБшку. Это же красноволосая, которая мне обещала подарить худи Витмо, по-моему. Ну, я не знаю, что она тебе обещала, но, в принципе, она такая, в принципе, как тебе сказать... Прикольная в стримах. Ты бы хотел ее трахнуть? Стоп, сколько ей лет? Ей 18. А, ты бы хотел ее трахнуть? Она замужем. Да и хуй с ним. Как она может быть 18 замужем? Ой, в смысле не замужем. В смысле она встречается с каким-то MC Максом. Да, он звучит, как будто лучше ему дорогу не переходить, если это MC Макс. Я думаю, у тебя есть шансы против MC Макса, бля. Если у него имя MC Макс, нахуй, то там что-то не то, если честно. Мне кажется, у тебя реально есть шансы, Ванёк. Нет, ты скажи, если ты бы хотел ее трахнуть, я вам в Майнкрафте ресторан построю, свидание, все красиво. Вот как было в реальной жизни, только теперь в Майнкрафте. Да нет, просто я ее просто смотрю в ТикТоке и просто восхищаюсь ее контентом и, собственно говоря, все. Восхищаешься? Она что-то прям умное делает? Да нет, она просто показывает свою красоту и, в принципе, все. Охуенный контент. Ебанутый. Я такой хуйней восхищаюсь по 3-4 раза в день, чтоб ты понял. Чтоб вы именно поняли, бля. Не, ну хорошо, я ее позову. Правда, у меня контактов нет, но вот у Дерзко есть, наверное. Правда, я с ней в воскресенье клаб устраиваю. А сейчас что у нас? Четверг. У тебя воскресенье с ней коллаб. Слушай, а ты не можешь во время коллабы как-то ее хватануть вот так, понял, за очко? Я, в принципе, собираюсь с ней просто поснимать и все. Ну, поснимать с нее, поснимай с нее аж джинсики, кофточку, не хочешь ты? Нет, такого не хочу. Ладно, это не обязательно. Это я просто как варианты тебе предположил на первом свидании. Меня она привлекла тем, что у нее хороший актив в ТикТоке. И, в принципе, все. То есть она привлекла тебя просто активом? Ну, в принципе, да. Кто тут Сигма. Такого? Сигма, блядь. Сигма. Нужно же как-то подзарядиться. Сигма. Ебать, чуванёк выдаёт. Прикинь, он на свидании сидит с девушкой, вот у них свидание, и он такой, в принципе, собственно говоря, ты меня привлекла тем, что у тебя много актива в ТикТоке. Надо подзарядиться. И ты представь, бля, ну я бы, был бы девушкой, я бы сделал вот так. Вот так вот бы нахуй сделал, чтоб ты понял. Вот такая хуйня. Вот так вот. Не знаю, как повели бы себя другие девчонки в чате или где-то еще, блядь, но нормальная девчонка бы вот так отреагировала. 100%. Ну и в принципе что? Про вторую коллаборацию я молчу и, собственно говоря, о ней не буду говорить. Ты спалил первую коллаборацию, давай чуть-чуть спали вторую. А вторую я не буду палить, потому что она жесткая, она в принципе, ну, это коллаборация побольше, чем ХБшка. О, подожди, это мальчик? Или девочка? Мальчик. Мальчик. Кадыров? Это Кадыров. Это Адам Кадыров. Медаль ему. Медаль ему за коллаборацию с Иваном Золо. Медаль за отвагу. В общем, в субботу все увидите, кто это. Это не Адам? Нет. Подожди, он что, без медали будет теперь? Я правильно понял? Вам остается просто догадываться, кто это будет в субботу. Но в воскресенье вы все уже знаете, кто это будет. На воскресенье, да, ты спалил ХБ. Что, все пишут Егор Крид?
Ну, с Егором Кридом у меня уже была коллаборация. А, это уже все, это уже старый вариант, это уже хуйня. Это уже пройденный этап для Ваньки. Это уже заезженная тема, этот Егор Крид. Или лилипут какой-то, блядь. Егорик Шкрет? Егор Шкрет, у меня с ним была уже коллаборация. А, все, в каких-то чмырей перечисляю, с которых уже Ваня все было. Дерзко, есть у тебя вариант хоть какой-то? С кем это? Блядь. Он русский? Конечно. Шаман? Нет. Блядь. Он тиктокер? Да. Тиктокер? Ваня Милохин? Нет. Нет, он в Дубае и не может пока вернуться в Россию. А, ты с ним прям в реальности подсказку, будешь, да? Дам подсказку, он создает суету постоянную. Это Эдвард Билл? Нет. Асхаб Тамаев? Нет. Диппинс? Нет. Диппинс не создает никакой суеты вообще. Да ты шо, гонишь? Я помню, я зашел к нему на стрим, он как включил, блядь, смешарики смотреть 2 сезона. Он как ебанул марафон на 2 сезона смешариков. Я вообще от такой суеты охуел, бля. Он сидел... Это не суета, это просто развлекательный контент. Ну, может быть. Подожди, я просто пытаюсь понять, блядь, что за такой серьезный тип, который популярнее, чем ХБшка в миллион раз. Парень, блядь, тиктокер. Я даже не могу понять, про кого он говорит, если честно. Бля, вообще. Ну, он суету постоянно создает. Все. Глеб какой-то вот этот. Какой? Что какой-то ты еще Глеб, сказал? Я помню. Ты про Янчика. Это Янчик. Глеб какой? Блять, он там с другом ходит, они что-то по ТЦ-шникам мутят. Глебейс? Ну. Глебейс это он? Теплее. Теплее? Но это не Глебейс? Не Глебася? Какой? Нет, это не он, блядь. Подожди. Какой-то Глеб. Ладно, все, пора. Сосовод? Кто? Сосовод? А, блядь, подожди, что за Глеб? Нет. Глеб 3 дня хуя! Нет. Вы уже перечислили всех Глебов, но это все остается теплее. Братан, если бы твой человек здесь был действительно популярный, мы бы, наверное, его быстро назвали. Может, ты что-то, ну, касательно популярности этой коллаборации, что-то ты путаешь, Ванек? Ладно, вы все узнаете скоро. Тупак. Бля, я охуею, если там какой-то тип, бля, 200 тысяч подписчиков в ТикТок, нахуй. Понял. Мистер Глеб МС, бля. Это Глеб МС, бля. Это Глеб МС. Ладно, в принципе, по чату все уже догадались, кто это. Кто это? Фараон? Что такое? Подожди. Глент? Какой Глент? Кобяков? Нет. Блять. А4 бумага? Тут все уже это впишут, кто такой Глент. Кто? Да пишет Путин! Но я не думал, что у тебя с Путиным коллаба. Нет. Пока что нет, да. Глеб-хлеб? Глеб-хлеб? Да, Глеб-хлеб. Кто это? Кто это, блядь? Какой нахуй Глеб-хлеб, блядь? В смысле, вы действительно не знаете, кто тут Глеб-хлеб? Ну, да, я загуглю его, блядь. Подожди, я тоже... У него 2 миллиона 400 тысяч подписчиков в ТикТоке. 2 миллиона... Ой, в смысле, 200 тысяч подписчиков в Телеграме. И, собственно, вы говорите, что это ноунейм, это не ноунейм. Даже это его фотки нету. В метро танцевал. Глеб Хлеб. А, так я про него и говорил. Так мы про него и говорили, братан. Так, его зовут Глебас. Я же сказал, мы так про него и говорили. Глебас его зовут. Короче, да, вот эти 2 коллаборации у меня будут. Так Глебас ровный тип просто, ты его нам интерпретировал как, бля, ебать нахуй, вот там человек, вторая рука Путина нахуй, ты его интерпретировал, пиздец. Нет, я говорил, что он создает суету. Ну ты вообще, нет, ты не только сказал, что он создает суету, ты сказал, намного популярнее, чем ХБшка. ХБшка по сравнению с ним, это просто, ты вот так вот нам подал, ты понял? Но я что-то неправильно сказал. Ты все в тему сказал, все правильно. Ванек, ты все легенда сказал. Вот все. Легенда, Ванек. Спасибо большое тебе, Ванек, что был на стриме. Спасибо тебе большое, дерзко, что был на стриме. Надо Беляш... было, наверное, не палить это, ну, в принципе, никому, потому что это будет никому уже не интересно. А ты не спалил ничего, никто не знает, что у тебя будет коллабы с Глебом. Хлебом. Мысли? И ХБшкой. Это знают 12 тысяч человек.
Никто не знает. В чате кто-нибудь знает, что у него будет коллаборация с Глебом Хлебом? Мне кажется, нет. Или с ХБшкой. Кто-то слышал ХБшка? Про это что-то? Все пишут. Нет, кому не скажем. Нет. Нет. Ну, никто не слышал. Забей. Да нет, ты что думаешь, у нас в чате крысы сидят, которые пойдут сейчас сливать, распространять. У нас ровные ребята. Да. У нас они вот никогда и... ничего не сольют. Я знаешь, я настолько верю своему чату, своим зрителям, что я сейчас просто могу достать хуй и начать дрочить. Я знаю, что никто из них не сольет это. Не запишет экран, не пожалуется в Twitch. Я знаю, что все просто вот так вот сядут со словами «Ха! Красава!» и вот так будут смотреть. Я уверен, что типа меня не подставят мои ребята. Давай даже проверим как-то эту информацию. Ладно, давай, ну, давай, 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 давай. Но то, что с Глебом снимать, я, в принципе, ничего не скажу, что мы будем снимать. Что Хорошо. Ты будешь снимать? А вот не узнаешь. Все, пойдем, подожди, заканчиваем. Ты меня отвлек, нахуй. Я только начинал уже понемногу. Процесс пошел. Беляш уже ебашит. Что ж, я оффаю стрим. ББ-чат, ББ-зрители, подписка на Телеграм Никоглая, подписка на Телеграм Дерзкая и на Золо. ББ, всем ББ, всем ББ, всем пока, всем пока, всем пока. Всем удачи, всем пока. Рядом подержу Фурбену, я погоди, а с вами щит один. Я застрял среди тех паутин, манера крутит мен. Рядом подержу Фурбену, я погоди.